Привет, друзья! Сегодня вот опять снова на том же месте в тот же час. Уже где-то хожу около часа, наверное. У нас погода дождь идет, я в дождевике. Приехал с Юрой, с Женей. Они без дождевиков, они вообще суровые ребята. Погода не очень. Все мокрое, ноги мокрые. Еще только приехали, собрал прибор, блин. Он начал опять глючить, короче говоря. Не знаю, или вода попала, или что-то такое. Ну, промудохался с ним где-то полчаса, наверное. Поменял батарейки, все перестало, как бы стало нормально работать. Ладно. Это так, предисловие. Вот у нас находочка выпала. Сейчас покажу. Камера. Объектив немного запотел, наверное. Выпала вот такая пуга. Ну так пиликает хорошо, прям как монета. Ой, объектив запотел, блин. Вы простите за это неудобство, но как есть. Все мокрое, тут я же говорю. Вообще дискомфортно ходить, неудобно, не противно. Фу, ноги мокрые, брюки, штаны. Ладно, идем дальше. Это я покажу, наверное, потом почищу возле машины, покажу уже. Какая-то вот такая вот приблуда. Это, скорее всего, по войне. С резьбой медная какая-то штуковина. Ну, сейчас будем ходить еще. Так, ребята. Хожу, брожу. Весь мокрый, как этот. Но все-таки... Вот, попалась монетка. Я думал, уже ничего не будет. Ходишь злой. Дождь весь мокрый, ноги мокрые. Пацаны вообще без дождевиков. Им вообще там по-суровому. Так, это 2 копейки. Сорок шестой год, нам, наверное, не видно. Немного объектив запотел, блин. Ладно, идем дальше. Так. О, грязища какая. Пальцы слипаются. Вот у нас следующая монетка. Уваленная. Тут в прошлых видео вы видели, там пятак и трешка убитые были. Тут на том же месте. Я вот пришел сейчас. Рядышком. Тут такая получается, как низина. Видимо, стоит постоянно влага. Тут еще рядышком вот этот ручей течет. И, наверное, из-за этого они такие вот убитые монеты попадаются. Объеденные какими-то окислами такими. Пока только выкопал, вот они обдираются легко. Только подсохнет, потом их отдерешь. Но тут, к сожалению, не видно ни года, ничего. Потому что она, во-первых, стерта, во-вторых, поедена. И сейчас будем искать, ну, новую, я хотел сказать, целые. Идем дальше. Вот очередная монетка. Только что руки в лужу мыл. Как свинья, реально. 40. Ничего не 43. 49. Или не 42, вернее. 49. Я уже обрадовался. Десюлик такой. Ну ничего. Скоро найдем наш дорогой десюлик. Шел такой устойчивый сигнал. Хороший. Уже понадеялся, что империя. Да. А тут... Хрен немецкий. Немецкая трехдырочная пуговица. Вот такая вот аниматья. Единственный плюс в мокрых перчатках, это то, что можно вытирать вот так. И то грязюку размазывать. Вот только что какую-то хренотень выкопал. Непонятно такая штука.
штуковина по весу, как бы не свинец, цвет металла, но не этот, не медный, чего-то, составляющая чего-то, или ручка от ложки, может, какой-то, такое тяжеленькое, может, кто знает, напишите, сейчас посмотрю, может, тут еще продолжение есть. Сегодня так. Герой. Нихера себе. Видимо, серебро, да? Ляж, светится. Видимо, серебро. За отвагу, номер. Ушко было, видел. Ушко оторвано. Да. Ну, не алюминиевая точно, блин. Прям, короче, на мусор. Круто, рядом, да? Рядом пробки там вообще. А потом, юрец, смотрю, нашел. 99 сигнал, ну как медный. Это ж по идее, может быть, надо можно по номеру определить даже, чего оно. Я так думаю, да. Может быть. Где-то прикол. Прикинь. Такая никогда гайка. Никогда в жизни не находил. Класс. Чудо-лес. Идем дальше. Дорога снова. Сигнал пошел такой четкий, блин. Выпадает вот так вот краешком мне. Вот. Я смотрю, думаю, блин, серебро. А тут, блин, не серебро, а алюминиевая какая-то пуговица, блин. Ну, скорее всего, современная. С таким, типа, старинным узором. Такая вот ерунда попадается даже. Сбивает с толку. Ну вот, собственно, мои похождения на сегодня и закончились. Вот она, лопата Фискарс. Ну это я ее, конечно, убил. Видите, она тут умятая. Я вот так оббивал лопату об дерево, оббивал грязь. И она вот у меня один прекрасный момент взяла и треснула. Тут и тут. Как бы служила долго, преданно. Не знаю, может, остановлю в плане того, что, может быть, ее заварю. Сварочный аппарат есть, если что. Поеду на гараже ее заварю. Ну, посмотрим, сколько она еще ее хватит, прослужит она. Может, сверху наварю еще усиление какое-нибудь, кусок металла. Ну, посмотрим. Это уже на следующем копе увидите. Либо с новой буду, либо эту восстановлю. Лопату сломал, хожу теперь, мешаю ребятам искать. Сейчас вот что-то женек там копает. Мокрые все, как эти, блин, грязные. Но у меня сегодня все, как бы говорило о том, что копа не будет сегодня. То вначале прибор выделывался, гильза, то потом по находкам голяки были, а потом еще лопата сломалась. Ничего, ну и в следующий раз приеду я с заваренной лопатой, с фартовыми перчатками своими, накопаю опять серебра тут или еще что-нибудь. Так вот. Выпал прямо на поверхности такой вот, наверное, зацеп это или что это такое, может, немецкий даже, такая штуковина интересная с винтиками тут, прикол. Ладно, идем дальше. Вот что, жиндос нарыл, бля. Целую кучу советов. Вот такая вот подставка интересная. Это, наверное, для подсвечника или какой-то ерунды. Ну, короче, тут советы. 38 номер. Или 58. Там вот этот вот зацеп интересный такой. Руб.
А, рубль и вот десюлик. И десюлик такой интересный. Этих юбилейки. Одного года. 50 лет Советского Союза. 50 лет советской власти. У меня, вы видели, три пуговицы, три монетки и поломанная лопата. И все в грязюке. Герой Советского Союза сегодня. Ой, покажи. Герой Советского Союза, да, за отвагу. Блин. Юрий Александрович нашел вот такую вещь. Чингачгук Иван Иванович. Ну ладно, ребята, буду прощаться. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я буду снимать новое видео. Планирую в среду, наверное, да, следующий выезд у нас. Буду надеяться, что находок будет побольше, поинтересней. Лопату сварю, приварю. Или заварю. Или заварю, да, правильно. Ладно, до новых встреч, пока. Земля порует. После дождя. Как будто горит.